Всем здравствуйте, Сереги Проварийский снова с вами, а также вместе с нами Инга, Юрн и Нокс, которые почему-то финансовую дисциплину не соблюдают. Приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Дисциплину не соблюдаете вы, гиперборейские. Мы играем в Союзе, а вы жадничаете, жульничаете, всячески скрядничаете. Да? Какая пауза. Пауза. Да? Не знал. Не знали? Ну, не знал я за собой таких знаете. Нехороших вещей. Ладно, давайте ходим, союзники. Ну, ходите, ходите. Заключали мы с вами союзы, слушай, культурные, да, религиозные. Да. Вот ходим. Чего ж не походим? Все как походим. Да, мы будем бить варваров. Оно и правильно. Ну, что нам еще так, остается делать? Сейчас, где у вас тут культурки-то побольше? Культур-мультур у тебя где, Ингуська? Ой, у меня... В столице культур-мультур? Ну, смотрите сами, у вас же караваны есть, вот и смотрите. Есть караваны, но я-то сейчас это самое, карточка у меня там стоит умная. Это на рост городов. Такая карточка? А, на рост городов у меня карточка стоит. Внутренние караваны дают там шурло-мурло. Умные. Вот, поэтому один сейчас у меня караван присделается, и я-то хочу подумать, куда послать. Миксив Вацик. Надо же так назвать, Ингусь. Это не я. Это мой кри-кри. Да-да. Приходит к Инге кредиторы, она им глазки круглит и говорит: «Миссив Вацик! Миссив Вацик! Васку Кобиську стейн!» Ты опять про своих кредиторов, опять о своем одевичьем. Ну ладно, да, о чем-нибудь поговорить. С вами вообще невозможно. Сидите, в нос сопите, люди смотрят, я не знаю, ни о чем поговорить не хотите. Так, ну, на это у нас есть вы, вот, птица говорит. Ну, вот поэтому я и про миссив Вацика рассказываю всем умным людям. Молодец. Молодец. Да. Что-то как-то мои конники против этих негодяев, варваров, никакие. Ой, ладно, так, говоришь... О, Нокс, слушай, я могу к тебе отправить караван. Вот теперь давайте посмотрим, что он у Веры от... Ага. Да, Каракорум. Вот, держи. Ну, ты его на Веру берешь, правильно? Ну, вот у меня написано, Джа плюс 0,5 его веры, да. Ну, вот все. Видишь, понеслось. Хотя, если у вас религиозный союз, мне кажется, как мне хотелось бы думать, что больше должно быть, нет? Почему-то только 0,5. А тут у тебя там есть Каракорумих этот? А, есть, смотри, вот у него здесь храм, святилище, всякая фигня. Всякая разная фигня. Бей, гада, бей. Это варвары долго думать стали. А их просто расплодилось. Немерено. Так никто ж не убивает. Надо балкарту еще меньше делать. Только так, маленькая. Она странно как-то. Просто из-за моря. Понимаешь, надо было просто сделать Пангею, например. И она бы вот тогда, считай, море бы убралось бы, и мы бы тогда бы сидели бы все. Это база. Так, ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, варвары мушкетеров выпустили. Плюс 2. А как картупство? Плюс 2, да? Да еще денег дадут. Так, Ганди сейчас что-то мне хочет сказать. Варвары досаждают нам. Благодарю за помощь. Варвары досаждают. Эх, так, как же мне быть там?
Как тебе быть? С варварами. Мушкетеров они успели сделать. Я им успела один лагерь срыть. Вот остался еще лагерь, который у вас там под боком, который вообще-то ваша забота, киперборейский. А вы там только одного слона увидели, тут же уже побежали штанишки менять. Так. Сейчас я вам все скажу, что я вас думала. Не? Не. Не. Так, мне нужна театральная площадь. Денег нет, Сарочка кричит. Денег нет. Так, что же делать, что же делать? А здесь надо. Моя делать. Забота. Ну я туда экспедиционный корпус направил, но он очень не скоро придет. Знаете, как бывает. Пока дойдет. Может, оно само там рассосется. Да, действительно. А сейчас я посчитаю, сколько клеток до моего города. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А до Ингуськиного. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, больше, значит, мой. Так и быть. Так и быть. Что я тут строила? А что же я тут строила, сказала Ингуся. Да-да-да-да. Что же она строила? Как бы мне вот здесь офигенско бы подошел. Как же я не узнал-то, что нельзя строить на чертовом сахаре. Так, ну что, пора уже, наверное, этих клепать. Танки, да? Угу, пора. Танки. Да слушай ты его больше, господи. Танки у него там. Что такое? Броня крепка. Танки на Азуханве и танки наши быстрые. Да. Пора, блин, уже. А то, что они? Так, ну что, шпиону делать? Шедевров нету у Ганди. Сообщает мой шпион. Сначала почту или источники? Я вот не помню. Источники сначала. Ищешь источники, на 100% увеличивается этот. Как бишь его? Да, успех. Ну там, да. На 100, а в два раза. Какая разница? Вы, кстати, говорили, что у вас там тоже шпион вроде как готов. Ну, нет, готов. Я могу его сделать, но просто я думаю, делать, не делать. Если ты уже все равно заслала туда шпиона, что тогда? Сейчас и я тогда потихоньку. Сейчас и я потихонечку. Угу. Зашлю. Угу. Кого убили? А, Светчика убили. Ну... Успокойтесь с миром, как говорится. Так, ушли отсюда, ушли. Кир право прохода хочет. Угу. Куда это собрался, хочется спросить того самого Кира. Нафиг тебе. В принципе, Киру-то чё его, не знаю, какое право прохода, он вообще хрен знает где от меня. Чё ему около меня проходить? Ему ещё Ганди надо пройти пока ещё, а потом только меня. Гиперборейские, смотрите, все варвары уже в мушкетёрах. Вам это ни о чём не говорит? А чё это мне, о чём это? Ну сейчас всё это к вам придёт, почему я с вашими варварами ну, я же должна разбираться? Я послал туда экспедиционный корпус, в чём дело? Он просто где? Далеко мне идти. Но я же все войска, я же загнал корпус. К этому, туда, Ганди.
Пока придет, блин, я же не могу перебазировать прям мухою. Вот идет около столицы еще только. Те же самые мушкетеры. Так, у тебя есть повышение? Нету, черт побери. Ай. Вот тут, можно сказать, с концы с концами сводим. Вы? Так, ну-ка дай-ка я посмотрю по религии. У меня там что-то прибавляется от каравана-то. Да. Джа у нас подходит потихонечку. Гандюха, что ты хочешь-то? Хлопок хочет. О, смотри, хлопок, говорит, хочу, говорит. Ты... И одну монетку. Я надеюсь, вот ты не торгуешь прохода. С ним? Ты же это самое подрываешь тогда всех нас тут. Чего я подрываю-то? А чё ж тогда Нокс с Монголией торгует? Вернее, этот Кир с Монголией торгует же тоже, ничего не подрывает. Ну, вообще, торгуя с этими, с нашими соперниками, вы себе яму роете. Я не рою ям. Если мне выгодно, я торгую. Не выгодно, значит, не торгую. Вот видишь, отослал его куда подальше. Так, а если всем не сонда? Его квакса, что она дает? Плюс 3 посла после постройки, если сверху город государства, будет получать плюс 15 типичным бонусом. Я надеюсь, вы корпус туда большой послали, потому что там все очень плохо с варварами. Очень большой, прям, знаешь, какой большой, прям охренеешь просто, когда узнаешь, какой большой. Так, а что это тут сюзерен Е, да? Смотри, как бы ты не охренел, когда увидишь. Ладно, еще одну на подмогу пошлю. Сейчас пойду с вашим корпусом, а меня тут побьют. Они, видишь, они ко мне не идут, потому что горы. Так что, нет, что... Если бы они ко мне пошли, жидко я бы им показал бы. Да-да-да. А, так, а так-то не идут. Так-с. Сколько у меня караванов? 3 всего, да? У тебя всего 3 каравана? Да. Надо же. Откуда так много? Там много, по-твоему? По-моему, много. Так, иди сюда, лечись. Ой, извините, а, это Ганди? Ну, Ганди подождет со своими просьбами нижайшими. Чего не нравится, почему недовольство в этом дурацком вацике? Так, знаешь, что вацик, надо тебя отключать от жратвы. Хватит жреть. Вот они уже ко мне прибыли. Включать тебя на науку. И культуру. Вот так. Кто они? Варвары? Угу. Ну и как вам? Ну, пусть прибывает и дальше, мне-то что. У меня уже подходят корпуса мои, орденоносные, краснозвездные. Давайте-ка посмотрим. Так, а кто 2 форта построил с помощью военного инженера? Никто. Я просто открыла эту технологию. А. Без всяких фортов. Прёшь? Прёшь, да?
Но кто-то же должен что-то делать. Сколько стоит 360? Сколько? Блин. Чего? Не так вам все. Смотрю, сколько стоит рыцарь. Рыцарь, ставишь карточку, он стоит в два раза меньше. Да, конечно, я сейчас буду ставить. Сейчас прям все плюну, побегу карточку ставить. Прямо мне ж вот надо это. Все и плюнь. Мне ж надо точно знать, как 360 еще через два хода смогу купить. Ох, а сколько у Ганзи слонов, батюшки святые. Да, я ж тебе говорил, что причем Ганзи... елки с палками, у него корпуса слонов. Да. У него слоновые корпуса. Так, ага, мы у него что-то там сделали удачно. Континент, так, бонус устремления, реформа, торговый путь, здание промышленной эры. Итакс. Так-то вот. Так, отстаем мы от какой них. Какое у нас для канализации? Ноксов и от Ингов и Йорнов. Смотри, Нокс уже на соточку меня обошел. Так, ну-ка. Что он делает? Что он тут делает? Города строит. Какое озарение для канализации? Для канализации открой, да посмотри. Постройте два района в престижных этих самых. Ясно. Нет, значит... Тебе сначала урбанизацию там надо открывать? Нет, это город-государство просто хочет. Я это сам... Мало чего они там хотят. Ну да. Торговый путь. Я вам буду прокладывать. У меня черные века круглосуточные, блин. Что, срыло, что ли, этот лагерь-то, или что? Один срыло, который у тебя там остался. Все, сейчас, ладно, я сам займусь. Ну, ты видишь, что там? Вот я только двоих открыла. Нет, я не вижу. Они идут все к тебе, они ко мне не идут. Если я этот лагерь срою, ты их заманивай, пускай идут, а я к лагерю подкрадусь и убью его. Так, следующий ход шпиона переиллюстрировать почту, так? Нет, следующий ход, вот он, если он тебе скажет, что он уже это самое. Ну да. Нашел в источнике. Он уже нашел, вот. Да. Тогда Тибри золото. Золото, может, все-таки ускорение? Ну не украдет он ускорение. Ему надо это самое, его выкинут просто из города. Просто посмотри, сколько процентов. 74. А деньги? 84. Ну, вопросы еще какие у тебя? 184 тугрика. Неважно, главное, если он украдет, он прокачается. И там, допустим, может попасться такая фигня, при краже технологий уровень увеличивается на 2. Поставишь, тогда уже будешь технологии. Ты имеешь в виду прокачка шпиона, ну ясно. Конечно. Ладно. Так, а кого мы? Арбалет качаем? Мушкетеров, да? До полевой пушки.
Так, что вообще у нас там по счету? Что? Ох ты ж, елки. В два раза нас обходит. По счету они обходят, конечно. Они все время нас два раза обходили. Так, что с наукой? Там еще никто из них космодром не строит? Да нифига не строят они никаких космодромов. Культура. Они, может быть, они решили бесполезно. ошибочно нас этой религией побеждать. Просто по очкам потом они нас вынесут. Ну, надеюсь, что до этого не дойдет. Так, ага, вот к тебе там эти арбалетчики пришли в гости. Так пришли, так сейчас и уйдут. Так, Нокс, что у тебя творится? Ага. Губернаторы думаются. Кстати, мне надо губернатора назначить. Назначь, будь любезна. Да-да-да. Так, что-то Ганди постоянное посольство не хочешь организовать в столице? Смотри-ка, как Кир влез прямо между Ганди, да и Саладин там тоже. Ой, господи, эти слоны. Раз, да два, я смотрю, три, что я не вижу. Кстати, у меня там где-то слонов. Где-то ходил мой разведчик. А куда он делся, я что-то и не помню. Я его пустил поэтому. Может, он уже отходился? Вон он. Справа от хатины. Так, ну что, пойдем пушками бить гадов. Что-то никогда не понимал, конюшни лучше или хуже. Смотря что ты будешь делать там, то лучше. Нутис. Как поживает наш... Как поживает наш варварский лагерь? Пафнутис. Где наш корпус? Что-то я не вижу твоего разведывательного корпуса. Ну так потому что он краем идет. Это каким краем? Я же вижу ваших юнитов. Ты имеешь в виду вот этих вот своих мушкетеров? Так, сейчас разберемся. Пам-пам, это где сейчас появился? Что-то я не знаю. Что-то я не знаю-то. Не знаешь? Что я знаю? Ой. Извините. Так-с. Построил лошадей, молодец. Да, блин. Мочи их, ребята.
Так-то. В темном-то веке сидеть. Не хухры-мухры. Так, еще один пришел в твою душу. Так, а я отсюда убрал войска. Откуда он пришел? Вот он где-то лагерь гапнулся. А где? Здесь нету. Только что было где-то бум-бум. Это значит, где-то гапнулся лагерь. Вот еще одно бум-бум. Это где? Далеко от нас. Далеко. Ну и... А первый был около меня. Около тебя. Интересно, откуда же вот этот разведчик приперся ко мне? Даже как-то я не пойму. А. Смотри, как кишик. Так бы белого гада там убил бы, и все. А теперь у меня войска сюда все пошли. Слушай, а полководцев-то ты набрал себе ног с ухты. Ну он долбал там этих сам. Собирался. Ну да, ну да. Но не срослось. А. Ты имеешь в виду вот этого? Так это может какой-то заблудший. Откуда ж вас набралось-то? Еще где-то лагерь. Так, успех, успех, успех у моего. Сперли денежки. Удачно. Жилье. Повышение какое. Так, при пакете спровоцировать, обосновывается. При хищении шедевра уровень увеличивается на 2. Не дали. Это прям специально прям под этот не лезут, а? Чтобы караван обокрасть мой. Гады. Идите вон, у Инги там. Смотри, сколько много мяса. Я вас предупреждала. Что предупреждала? Я-то пошел, пока дошел. Видишь ты? Они гады. Так, что у нас там с религией? Ну-ка, покажите мне. Делаем ваши ставки, господа. На кого они нападут? На караван и на меня? Или как? Или в лесок спрячутся. И на то, и на другое. А, ты имеешь в виду караван? Так они сейчас дорогу гопнут. Там дороги еще нет, он пошел только. То есть они вот могут в лесок спрятаться. Если они заберут караван, тогда я, значит, рыцарями их как-нибудь постараюсь прибить. Твой рыцарь мечников не прибьет. Что ты говоришь? Да, я тебе говорю из опыта. Только что мои рыцари, причем с первого... Твои рыцари лохнопузы, конечно, прибьют, а мои прокачанные рыцари... Давайте посмотрим, давайте посмотрим. На это чудо расчудесно. А что ты на железо не поставишь рудник-то? Потому что некуда мне, что у меня? Чем вы там занимаетесь? У меня на это уже у меня рудников на железе, знаешь, сколько? Сколько? Он просто недавно эту клетку цапнул, этот город. Что же я буду специально деньги тратить клетку покупать, что ли? Давайте посмотрим все вместе. А, ну да, два рудника поставлены. Значит, экзамен она мне будет еще выдавать. А то отхватил себе Галапагос и думает, все. Зараза, напали на моего рыцаря, да? Так. Гады, сейчас я вас пульну. Так, а я не могу, слушай. Так вот. Так, Мумбаи, Жибербупер, Сузы. Пойдем-ка, пожалуй-ка мы в Сузы. Мы, пожалуй, отойдем. Кого мы там получили? Так, где
Да. Я мы посмотрим, где нефть. Итак, покажите мне, где нефть. Как нету нефти? Че, с ума сошли? Нефти нету. Нет, подожди, Шура, я не понял боту. Что, вообще, что ли, нету нефти? Вообще на карте? Ну? То есть обычно... В воде? Вот оно, нет. По крайней мере, единственный бочонок, который я вижу, от Нагои, гиперборейский, от твоей Нагои на 5 часов, на 4:30. Прямо у самого края карты. Где еще? Наверное, в воде. Ну, ага, Мумбаи. У Мумбаи есть нефть. Что мне с этого? С того, не с этого, но надо с дальнейшей прикидкой. Как без нефти-то танки строить? А, и вот у меня есть нефть в этом озерке. До которой я, конечно же, не достаю. Поэтому мы делаем что? А что хотите, то и делайте. Что, за нефть, что ли, идти? Да ну. Раз, два, три. Никак. Что ж это за раз такая? Ограбили мой караван. Все, 100 рублей украли. Не прощу. Так, куда же ставить город? Говорите, сюда, в Банановую Республику? Там надо было давным-давно уже поставить. Что у нас там есть? У нас там нету ни одного бонусного ресурса, редкого вернее. Ну и что? Крабы. Так. Поставь прям на сам, прям на бананы, прям поставь вот это, чтобы он это, чтобы до краба дотянулся. Так, сейчас мы с вашими варварами тут разберемся быстренько. Нашими мощными пушками. Хорошо ли они у тебя? Мощны твои пушки? Я-я. Я-я, на тюрлях? Ага. Так-с. Давай уже быстрее что-нибудь делаем, Гусь. Спокойно. Теперь спокойно. Что еще? Чем мы еще можем нагадить этому товарищу? Так, вот ускорение теперь можно похитить за 84%. Вот. А он у тебя повысился, твой этот хрен? Да, 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 да. Я же говорила. Ну вот. Маттерхорн нашли. Что нашли? Маттерхорн. Да что это? Маттерхорн нашли, не знаешь? Понятия не имею. Что за паблин-маблин? Все, одни готовы.
посольство. Ого. Нет. До свидания. Так. Так, ну что, моя мощная армия идет, нет? Нокс, я отдала это самое, кинула тебе деньги, забирай, потому что, чтоб мне это, говорится, у меня сейчас пока все нормально. Даже не пока, в принципе. Я же сперла. А у тебя там армия на содержание, я вижу. Ишь вы какие. Денежками делитесь. А тебе что? Вот так вот. Денежками они делятся. О, слушай, подожди-ка, а чё это, выкинули моего шпиона, не понял? Ну, он, наверное, сделал свое дело, а его поймали. Ну, не поймали, а, в принципе, засекли, но он сбежал там, типа того, понимаешь ты? А почему-то мне сообщение никакое не пришло по этому поводу. А, да. Странно. Так, ну так что, кому куда войска нужны? Потому как мне все, больше у меня тут уже нечего делать. Ну, подкатывай потихоньку. Ну, нам в любом случае на Ганди надо будет. Ну, или они выиграют, либо нам ему войну объявлять. Угу. Поставь в своем этом самом, крайнем вот этом городе. Акатуп вот этот вот где-нибудь там. Подождешь, может быть, до танков там их это самое зафигачишь, а потом подведешь. В любом случае нам как-нибудь нападать. Не знаю, у Нокса-то войск хватит, если мы нападем он на Кира. Кир-то, ну он до него пока дойдет, блин. Да Кир, ну, он уже вон тут между Ганди, ты видишь, где Кир? Нет, я беспокоюсь просто, если война начнется, понимаешь ты, то Кир до Нокса вообще не доберется даже, вообще никакими путями. На этой стадии вообще войну тут вести... Я не говорю на этой. В конце концов, в любом случае придется, чтобы выиграть, надо будет воевать. А воевать это вот с моего фланга, потому что они все здесь. И вот и Аравия здесь, и Дели, и Кир, они вот все кучно, прям вот прям передо мной все стоят. Два района пригород. Опа, напал. Кто? На тебя напал. А, ну это понятно. Тут ему и конец. Вот он тут ходит. Пошел разведывать. А, ну, думаю, тогда я не пойду к этому лагерю. Погонюсь просто за разведчиком. Да все, лагерь. Пушку я сюда не буду гнать, пускай возвращается. Лагерь уже хана. За разведчиком твои кони, наверное, угонятся. Так... Да, осталось построить гавань в этой луже, и все будет хорошо. Как же я так лоханулся-то, блин. Раз, два.
понять. Так, вот. Сейчас, секундочку. Секундочку? Да-да-да-да-да. Довольство и варваров. Опять? Так, Кир закончил. Мавзолей. Все. Все пропало. Кир закончил. Мавзолей, все пропало. Так, смотри, они еще один лагерь где-то сконтропупили. И разведчик просто вообще на пустом месте появился. Я что-то так и не понял юмора. Подожди-ка. Мы похитили ускорение, да? Какое? Что-то мы похитили. Что-то я не понял. Что это такое вообще? Видишь, где твой коцанный рыцарь стоит? Подожди, нет, я занимаюсь пока этим шпионом. Так, диверсии. Вот, нам нужны диверсии, да? Мы да. Как сказать? Ну-ка, где мой, кто мой? Покоцанный этот самый? Ну, а, я сейчас этот так они лагерь поставили, ты видишь? Я разберу его сейчас. Я вижу, я пошел надо уже туда. Надо убирать моего коцанного. Пошел. Давай я могу еще пушку туда подкатить. Так, чтобы неповадно было. Окей, так, ты кто? Писатель, говорите? Иди пиши. Так, куда этот гад побежал? А вот я не заметила, я за ним вроде тоже погналась, там его нету, куда он делся. А не этот ли, который наверху, вон варвар-разведчик, рядом с лагерем? Нет, ну тот от этого лагеря, а тот-то был от этого. И у этого был уже этот самый восклицательный знак, что он что-то там увидал. А-а-а. Саладин, предупреждение? Как вы близко знать. Подпускаете злобных варваров к своим стенам. Негодяи. Не говори. Так, что мы похитили? Какую-то общевойсковую бригаду мы похитили. Вот. Я вам докладываюсь. Хищениями занимается, надо же. Ну, а что делать? Когда там слоны бегают в таких количествах. Так, надо здесь город ставить. Как ни крути. Вот где ихний лагерь, где-то здесь надо лепить город. Иначе они тут так и будут. Вот они странные, да? Вот что они все в этих самых, в этом углу сгрудились? И Саладин, и Кир, и все вместе, видишь, перемешались. На севере место... чем угодно жуй. Ну, тут такая тактика. Тут надо всегда идти навстречу. Туда ты отнимаешь у своего противника землю. Не, кстати, ну, можешь нарваться. Есть. У Кира флот есть. А что флот? Он что нам сделает? Так, разведчик кто-то свалил, блин. О! 10 ходов до следующей эпохи. Какая неприятность. А где же здание-то, которое должны прибавлять очки эпохи? Что-то это... Да вот разведчик ваш. Где? Ну это тот, который около того нового лагеря был. Значит, городочек, говорите, ставить прямо на бананах. Вот я тоже думаю, что надо мне его прямо на бананах и поставить.
потом посадить сюда. Правда, это... расти будет медленно. Да нет, что-то холмик тут есть. Так, задание. Ну давай, кради ускорение тогда, оно нам нужно. Так, химия. Ах, да, видишь, как получается, когда шпион на задании, почему-то он не высвечивает город при этом. А, не, потому что у него кампус где-то там, бог знает где. Он кампус высвечивает. Да-да-да. Так. А ты же на моей территории в танки-то не сможешь превратить своего этого. Ага, ну ясно, ладно. Тогда потом отведу. А, вот где он. Он теперь ко мне прибежал, этот разведчик с восклицательным знаком. Туда-сюда. Так. Солодишка. Предупреждалки на меня объявляет. Так, что ты на мой лагерь? Это мой лагерь, это мои деньги. Куда? Брысь, брысь, брысь. Я тебе помогаю. Да? Хочешь забрать мой лагерь? Гиперборейский, да что ж с вами не так? А это вот ей-богу. Да ладно, ладно уже. Стрельни разок разрешаю. Жить придется само собой. Странный какой-то союзник. Да ну, более чем. Да, некоторые вообще в тихушку сидят там, молчат, ничего не говорят. Угу. Такие тоже есть союзники у нас. Слушайте, союзники, что делать с нефтью? Вы где-нибудь видите? Подождите. А нафига она тебе нужна, эта нефть, прямо сейчас? Танки делать? Нет, ну вот, например, город-то ставить надо уже с прицелом на нефть. Я не могу видеть нефть. Я не могу видеть нефть, потому ибо у меня это самое, еще она не открыта, как я тебе скажу. Ну, у меня она тоже не открыта, но у меня ученый был, который открывал нефть, понимаешь? Ну, он тебе показал, где она есть. Да, иди и ставь. Ну, тут всего лишь одна всю карту, одна бочка. Ну, и что теперь делать? Надо ждать, когда откроется на этом, на море, может, где. А на море он тебе не показывает нигде? Ну, море-то у нас закрыто. Удел рода человеческого повсюду. Что-то как-то эти ходы, это самое, не прибавляют. Я взяла устремление за каждое здание промышленной эры. И нифига. Забрал лагерь, молодец. Неужели? Пошла. Забрал. Неужели я не заберу лагерь? Неужели я не заберу лагерь? Так, пошли отсюда.
Неужели же я не заберу лагерь? А то. Чё дал лагерь? 30 рублей. У вас тут благовония есть. Ну, это а, я, кстати, с этим поменялся. Где у меня есть благовония? Понятно, меняется с кем угодно, только не с нами. А чё, если у тебя нехрен менять, чё я буду делать? А чё, почему это у меня нехрен? Ну, а чё ты сказал, у меня нет никаких ресурсов, дай мне хлопка. Или, вернее, какого, сахару, я тебе дал сахару. Ай-яй-яй, вот где они поставили лагерь, теперь у меня под боком. Где? Говнюки. А, вот-вот. Да. Пи-пи-сику, пи-си-хуавасис. Вот здесь они поставили. Да. Там они поставили. Гоняй теперь эти пушки по всему свету. Надо сюда еще один город ставить. 2, 3, 4, 5. Шестой, и все. И хорош. Как же я так лоханулся, правительственную площадь не там поставил, а? Идиот, вот здесь надо было ставить-то. Это все потому что... Что? Соблазняют, почему? Деньгами, показывают. Дам 100 рублей, там тебе 100 рублей. Переживай. Первореский сел, вы теперь спать не сможете. Конечно, не смогу. У меня правительственная площадь, как у лоха, стоит. Ну все теперь... Не подвинуть теперь все никак. А, вот где у тебя. У тебя прям в Киото нефть. Вот где у тебя болото. В Киото у тебя болото. Вот рядом, да, с оливками. В Киото у меня болото. Оливки, камни и лоси твои. Вот между ними у тебя в болоте нефть. Именно в болоте? Да, прямо вот в болоте нефть у тебя. Вот видишь, как хорошо. Да. Так, Нокс, давай я посмотрю, что у тебя там, где, может, тоже нефть. А, Нокс, а у тебя знаешь, где есть нефть? Озеро, которое Карабагалсун. Вот озерко у тебя, вот в этом озерке у тебя нефть. Что, плавать надо будет? Так, и знаешь еще в озерке нефть, которая Каракорум. Столица, я так понимаю. Вот там у тебя тоже нефть в озерке. Короче, нефти девать некуда, я так понимаю. Да, это у вас, а вот у меня нету. Ну, мы тебе скинем что-то. Да-да-да, вы мне уже скинули 100 рублей. А что, не скинули, что ли? Лично. О, уже это рыцарская армия у этих ребят есть. Нокс, ты походил или кто? А, у тебя еще там это происходит? Думаю, может, ты забыл? Эх, на... Так, ну, в принципе, у нас уже пора бы это... И закругление и давать. Знать. Так, чё, я украл чё-нибудь? Нет? А, нет, я только пришел. Ты тоже? А куда ты, кому-то, если не секрет? Так, спровоцировать. А, блин, я, ёлки, я в тот же самый город, что ли, его направил? У меня сидит Джабалупе. В Джабалупе у меня я сидит. Я в эти твои, к твоему не отсылал, потому что там нельзя одновременно это делать. Раз твой сидит, уже мой ничего не сделает. А, я вижу, где твой, в Сузах, да? Ох, у Киры его вот эти. Кира вообще читерная, она это самая на культуру. Нация. Со своими этими пирамидками тоже. Так. Чё, надо сюда переться. Так, следующий век у меня будет не черный, а просто гуталиновый. Гуталиновый? Ну, нам пора заканчивать гуталины. Ну, давайте заканчивать. Так что, давайте там ходить. Ну, в принципе, я могу уже и закончить. От этого ничего же не поменяется. У нас таймера нету. Вот такие у нас пироги. Нокс разросся, жирненько сидит. Пушки катает. Кира пугает. Да если бы он пугался...
До Кира, как до Луны. Вот надо. Это всю армию надо вести через все вот это море-океан. Ну, море-океан, так давай ко мне. У меня гостеприимная территория. Ага. Как накинемся на Мумбай. Ага. Там столько слоников бегает, что ага. Вот у них у всех, короче, у них армии, корпуса уже у всех ребят. Так, ну что ж, давайте, наверное, на сегодня заканчивать. Спасибо всем тем, кто посмотрел. Завтра будет следующая серия. Спасибо за внимание и до свидания. Да, и до свидания, а еще Ингуся что-то хочет сказать. Я хочу сказать пока. Пока.